Так, дорогие друзья, в этом видео мы проникаем опять в дом Гриферши, только я сейчас замаскировался, и по идее, она меня не заметит, но это мы сейчас проверим. Итак, посмотрим, что она там делает. Ну-ка, сейчас аккуратненько. Кто там? Надо посмотреть. Никого нет. Странно. Что это такое? Почему никого нет? Ну ладно, показалось. Пойду кататься на лошадке, на своей. Игогока. Игогока моя. А где моя Игогока? Игогока моя. Так, посмотрим, что делает эта Гриферша. Тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Капец, она борзая, по дому на лошадке гоняет. Ну-ка. Тык-дык-тык-дык-тык-дык. Моя прелесть. Тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Хи-хи. Даже не палит. Так, аккуратненько. Тык-дык-тык-дык. Улет, как классно жить одной. Прекрасно. Эй, почему? Что такое? Опа, по-моему, спалило. Так, аккуратнее надо быть, аккуратнее. Наверное, лошадь обо что-то ударилась. Да. Ну ладно, показалось. Да что ты бьешься об потолок? Так, аккуратненько. Главное, чтобы она не спалила. Где? А вот. Так, аккуратненько, сейчас заденем ее. Плохая лошадка. Ты еще и легаешься со мной? Плохая лошадь, все. С тобой потом поговорим. Это что такое? Домовой, наверное, шалит. Так. Домовой не шали. Шалунишка. Ого, она тут что, телефон не притырила? Нифига себе, так. Так, надо ли позвонить кому-то? А почему они на полу лежат? Что за дичь происходит? Опа-на, по-моему, она что-то догадывается. Что это такое? Надо святой водой брызнуть. Ого. Так. Надо по мобиле позвонить кому-нибудь. Да что такое происходит? Я не понимаю. Кто у меня в доме? Так. Что у меня в доме происходит? Надо еще святой водой побрызгать. Ты дыщ. Так, аккуратненько разводим Гриферши. Так. Где? Откуда это было? Даже не понимаю, что происходит. Ну ладно, убегу я. Отдыхать хочу. Или нет, не хочу отдыхать. Да что это было? Боже, меня, по-моему, спалили. Так, аккуратненько надо быть. Вообще не понимаю ничего. Так. Ладно. Оп. Что это такое? О, уже злится. Гриферша злится. Так, давайте доведем Грифершу. Так. Ты, наверное, здесь лошадь что-то не то делаешь. Что это такое? Да кто меня бьет? Так. По-моему, не палит. Или что, палит. Что происходит? Опс, она идет сюда, так, аккуратненько. Поиграюсь-ка я своими алмазиками и своим мишечкой и денежками. Так-то лучше будет. Да что такое происходит? Так, аккуратненько надо быть. Вроде не палит. Ой, боже, сейчас может спалить. Алмазик. Еще один алмазик, как я люблю алмазики. Прям это мое любимое. Мои алмазики. Моя прелесть. О, боже мой. Она, по-моему, обворовала всех, просто всех чуваков. Вот столько у нее алмазов. Люблю алмазики. Так, мои алмазики. Вот моя лошадка, моя алмазика. Вот еще алмазик. Ну-ка, спалит его или не спалит? На полу лежит алмазик. Так, надо бы еще что-то посмотреть. А, мои цацки, поиграй-ка я. Что такое? Опять кто меня бьет? Что происходит, вообще не понимаю. Дурацкий дом. Продам его. Куплю другой. Так, она вроде пока ничего не спалила. За свои алмазики. Моя прелесть. О, боже мой. Так. Да что такое происходит? Где святая вода? Нужно найти святую воду быстро. Так, где святая вода? Ага, вот святая вода. Нужно побрызгать. Побрызгаем святой водой. Прекрасно. О, боже. Так, главное, что алмазы не палят. Так. Угу. А почему мои алмазы так... А куда исчезли мои алмазы? Опа, по-моему, спалило. Куда исчезли мои алмазы? А, вот они, прекрасно. Наверное, забыла, что куда-то их положила не в то место. Так. Сейчас. Все, сели. Это что было? О, боже, меня спалили! Ты что здесь делаешь? Меня спалили. Пошел вон отсюда! Блин! Вон отсюда! Как ты вообще проник в мой дом? Боже. Так.
Где он? Меня где палят? Он? Меня палят? Да вот ты бежишь! Где? Где он? Так. Куда его опять потеряла? Да черт, бесит! Капец, бесит! Текаем быстрее, пацаны! Опять ты! Блин, нас палили, так, аккуратненько, аккуратненько, так. Сука, я тебя найду! Злая гриферша охотится за мной, так. На лошади буду искать его. Взяла своего верного коня. Боже мой, она меня спалила. Вот ты. Блин, нет. Все, все. Где он? Фу. Где он? Надо найти его. Найти и обезвредить. Выгнать из дома, выставить вон его. Маленький воришка. Пойди, украл у меня что-то. Так, надо, кстати, у нее ящики проверить. То, что она украла у других людей, надо притырить тоже. Где эта маленькая тварь? Вот ты стоишь! Блин, меня опять сюда спалили! Сюда беги! Сюда иди! Блин, куда нет. Ты побежал? Куда? Куда? Вот ты! Ну пи*** тебе! Блин, а как ты меня палишь? Сейчас, подожди секунду, здесь заб***. Так, вроде она нас не палит. Аккуратненько. Так. Где он? Он должен быть где-то здесь. Так. Так. Где? О, же? Боже мой! Тянут. Вот он на фоне ящиков спалился, дорогой мой. Так, все, аккуратненько. Иди сюда, где он? Где он? Даже не вижу его, блин. Кто меня опять ударил? Опять ты. Так. Не палит. Отлично, друзья. Так. Так, где она там? Ну все, спускается вниз. Ой, боже. Сука! Сюда иди! Боже, опять спалили. Так. Да ну нахуй этот дом, я съезжаю. Ого, гриферша уже паникует. Где мои манатки? Все, забираю, съезжаю отсюда. Так, надо у ней коня забрать, чтобы она не угнала. Где моя лошадочка? Все, конь мой. Где моя лошадочка? Все. Пошел нахуй с коня. Все, конь мой теперь. Это мой конь. Был твой, теперь мой. Так. Сука. Так, отлично, она уже злится. Так. Бесит! Сука, бесит! Где моя лошадка? Вот моя лошадка, ты моя учи-пучи. Моя пися 2. А где твоя пися 1? Так. Аккуратненько. Так, собираем все манатки, собираем потихоньку. Собрали. Пошел ты на. Ого, так она злится вообще, просто очень сильно злится. Собрали, быстрее, это бьет. Собрали. Стану-ка я на медведя, чтобы видеть его. Так, манатки собраны. Надо бы валить другой дом. А в какой из домов нужно валить, чтобы не нашел? Противный. На лестниках его буду ждать. На лестниках, буду кидать в него алмазами. Так. Сбирай, уходи. Нет. Ты это, обижала всех людей, теперь я типа обижаю тебя. Ты злая гриферша. Да что ты говоришь? Да. Да? Да. Где ты? Ну-ка выйди на медведя, сразимся. Не, я с грифершами не сражаюсь. Я так-то хорошая. Нет, ты людей обижаешь. Сука, я? Да. На тебе. О, да, боже, меня спалили, да. Так, друзья, аккуратненько, так, все, заныкались. Где он? Где он? Нужно его найти. Вот ты бегаешь, да, в моем бассейне еще. Да. Сюда иди. Иди сюда. Давай. Так, отлично. Все, к черту, забираю коня и съезжаю отсюда. Все, друзья, мы, кажется, победили. Гриферша съезжает в новый дом. Так, ну-ка. Пойдем, моя поняшечка, писечка моя. Гриферша вроде застрял, надо ее сейчас тут подтолкнуть. Уходим, поняша, мы уходим, поняша. Мы уходим, все, мы уходим. Так, все, друзья. Вот, друзья, смотрите, мы выгнали грифершу. Давайте поставим за это лайк. И в следующей серии мы найдем, куда она переместилась. И будем продолжать домогаться до нее. В общем, мешать ей жить и так далее. Все, давайте, лайкусик, друзья.